Магаданский клуб «Подвиг» полностью возобновил свою работу. Из-за коронавируса 18 марта 2020 года военный спортивно-технический клуб вынужден был уйти на дистанционное обучение. После летних каникул учреждение патриотического воспитания открыло свои двери для воспитанников 14 сентября. Сегодня в строю все преподаватели спортивных секций и ученики полноценно вовлечены в основные образовательные процессы. В данный момент мы работаем таким образом, что дети у нас входят в помещение с двух входов, то есть это центральный вход и запасной вход торцевой. Разбили на 10 групп, то есть раньше, если у нас дети занимались просто в две смены, сейчас у нас 10 групп от того состава, который есть курсантов, и, соответственно, у каждой группы свое расписание занятий. Секции возобновили работу все, потому что педагоги уже большинство вышли на работу после отпускного периода. В клубе «Подвиг» сейчас идут работы только по основным образовательным программам. Проведение массовых мероприятий перенесли на онлайн-площадки и проводят в социальных сетях. Сегодня спортивно-технический клуб обучает лишь 50% воспитанников от возможных 100 человек и продолжает вести набор юношей и молодых людей в возрасте от 8 до 27 лет.